сегодняшнее видео для того, чтобы правильно определять и выбирать амортизаторы на квадроцикле Forte Bull 200 Forte. Всем видно, да? Значит, у него стоит один левый амортизатор, один правый амортизатор. Специально, так сказать, сзаду стоит один центральный моник. Вот здесь должен стоять. Значит, получается, передние амортизаторы. Один снят, другой нет. Для того, чтобы подобрать, вот стоит здесь. Толщина пружины у него 8 мм. Он лежит у нас с правой стороны, так как здесь он не снят. Длина его получается, межболтовое расстояние, 390 миллиметров. У заднего междуболтовое расстояние примерно 325 миллиметров. Толщина пружины переднего, по-моему, 8 миллиметров или 7, заднего 9,5, почти 10. Длина их явно разная, если положить вот так вместе, то тут, наверное, сантиметров 5, наверное, или 6 разницы. Ну, можно посчитать 6. Видео снимаю, в принципе, наверное, для своего канала, для подбора амортизаторов, чтобы не ошибаться. И для менеджеров, которые торгуют этими запчастями, чтобы они на следующий раз подбирали амортизаторы правильно. Так что всем всех благ, всего хорошего. Бай-бай.